Рауль, а почему? Серьезно, оно просто тупо остановилось? Рауль? 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 Да. Ой, ты как-то... Раз. Да, это самое, Сейчас. знаешь, прикол в том, что у меня тут запись немножко... Сбилась? Да, можно так сказать. Так. Но все равно, ладно. Ты там ты садишь, я понял. Да, осталась последняя линия. Окей, И хорошо. мы можем снова поменяться. Так. Ой, да ну куда ты едешь? Не говори, что я Есть. отцепил. Все нормально, ты правильно сделал. Меняемся. Так, я отцепился. Так. Ты держи зеленый трактор. Ты уже Еще А, зацепившись. ты еще зацепил меня. Спасибо, кстати, Рауль. Я хотел сказать, мог бы зацепить, а ты уже зацепил. Спасибо, кстати. Опередил время. Да, спасибо, кстати. Вау! Сразу чувствуется, да, по-моему? Во, я понимаю, вот другое дело. Сразу же. Во. Так, я ускоряю время. А 360. Даже Едет надо, пожалуй, колотить, как следующий время месяц. пошло. По идее, завтра сентябрь должен быть. Сейчас А август. какой А август? трамвай Сейчас даже... сентябрь уже. Ой. Нет, в игре. В игре, именно в игре. Я календарь переверну и снова 3 сентября. Трава растет где-то 2 месяца, то есть 2 дня. Ага. И каждый месяц у нас трава есть. Каждый ме... О! Трава! По-моему, там сколько полная машина, там 700 евро выходит. Травы. Даже больше. Ах ты! Как-то двусмысленно, а? Наркоман ты. Трава. Это выгодный бизнес, кого уже надо есть трав. Я понимаю, что ты про какую траву говоришь. Я просто двусмысленно как-то. Траву. А не, ну правильно. Так, сейчас я. Блин, надо было раньше ускорить время. Да? Да, Подожди, что-то там подожди, дома. F. Подожди, я включился? Да, я включился. F? А, точно, мне тоже. Да ё-моё. Вот, теперь уже в ночную работаю. Дожили, да? Смотри, Да. как небо быстро ускоряется. Да, время-то ускоряется. Да я не успеваю, я даже это самое спахать тут все. А есть еще быстрее? Ой, я правда не хочу. Ой-ой. А нету быстрее. 360 это максимально.
Сейчас даже не деньги снятся, потому что у нас аренда плюс кредиты, наверное. А, сейчас меня с машины выкинут, нет? Ага, 666% по кредиту. Минус 600! Чего? Три шестерочки, ядрит колотить. Вот это сатани... Это кредиторы, они же злые. Ядрит колотить, это какой-то... У дьявола взяли кредит. Ну да. Бля, еще дождь пошел. Дома, теперь наступил сентябрь. А, спасибо. Трава, кстати, трава у нас чуть-чуть выросла. Сейчас до 8 догну, чтобы было. В принципе, уже сажать можно. И в октябре уже будем собирать первый урожай. Окей. То есть завтра. О! А, ну завтра понедельник, окей. В реальности. А если ты про виртуальный, то окей. Ставлю опять реально. А я. Блин, а я не захватил, да? Ага, логично. Теперь. Ага, на 0.5 стоит время, окей. Ну да, сейчас дождь пошел, отлично. Да, все сажается, все работает. Ну замечательно, хоть что-то работает. Не считая дождя. Дождь тоже работает. Поливает. Да. Так что все отлично. Ты же в комфорте работаешь. В кабинке, с печкой. Растет травушка. Пошли. Блин. Завтра вырастет. Рауль. Завтра может быть собирает. У нас проблема. Это я виноват. Чем ты виноват? Ты можешь, пожалуйста, это самое, приехать сюда своей тачкой? Оу. Тю-тю-тю, это не страшно. Оу, какая красавица. Уже смысл, это знаешь, когда надо сажать? Октябрь, это позже. Не сегодня и даже не завтра. Это когда посадить, когда мы соберем траву. Тогда надо сажать дырку. Надо запомнить. Сейчас я запомню как-нибудь. Ну а если сейчас просто посеять? Нет, тогда он вырастет в другой день. А надо вырастить после, как только соберем траву. Тогда будет одинаково. Просто запомним. Сентябрь, ноябрь, короче, должен посадить. Нет, по-моему, завтра. Это не страшно, это исправимо. Но это не сегодня. Ни в коем случае. Так. Да. Так. Ага. Я тебе говорю, что это самое. Лучше его не ждать.
А я его не ждал. Кстати, так что, минутку, я сейчас зайду. Опа. Кстати, в Дискорд, что там он? Друзья. Ожидание. Входящий запрос дружбы, Эдгар. Серьезно. Так. Игнорировать. Вот. Во! Другое дело. Так, игнорировать. Ты слышал, да? Нет. Был прикольно все рулище подключить. И был прикольно все рулище подключить. С педалями. А-а-а, уже с педалями подключить. Да, это... Здесь можно, да, да. И еще ученик. Ой. Это вообще жесть. Ой-ой. Так. А хоть что-нибудь так сделаем. Так. Поворачиваем. Да ёпрасота. Так, аккуратно. Так. Так, что там? Так. Чётенько. А чётенько у тебя? Чётенько, чётенько. Ну, если даже попущу, просто посадим тот день, когда сборка. Ага. Так что это не супер страшно. Так, я могу разворачиваться сейчас. Тем более, мне кажется, я лишнее накупил травы, тем более. Можно было не покупать, хотя можно, может быть, и продать. Можно, а ну-ка, если посмотрим, что будет. Ага, она будет стоять. Допустим-то, а ну-ка. Ой. Серьезно? Даже так. Нифига себе. Ну ладно, допустим-то. Ну ладно, НПЦ законы не писаны. Я понял. Все в дворнике работают? Да! Ну тоже. Так. Так. Разворачиваемся. Ой-ё.
Я сейчас даже не знаю, насколько хорошо по звуку в данный момент. Слышу тебя очень хорошо. А, ну ладно. Даже лучше, чем когда ты через Discord. А, ну ладно. Поверю. Так что даже очень хорошо. Чуть-чуть. Любитель заезжать на чужие территории. А, пожалуй, надо поднять сразу же. Я поднял? Да, я поднял. Чего? Да, ты поднял. А, да, поднял. Замечательно. Ну, я тогда встану сюда вот. С краешку. Так. Ой, выключить, выйти. Все, ну я закончил свое дело. Вот так доминируется. Да, ты отпускаю. Да, я свой красненький. Ну давай тогда я это сам цепану и поставлю куда-нибудь его. Я не знаю, куда поставить его. Вообще пофиг, короче, куда его ставить-то. Вот поставим сюда, пускай стоит. Да, это зеленый оператор, конечно, прилично. Но его скоро надо будет отдать. Будет уже, пока что быть не нужен. Так. Так, это растет у нас, трава. Да по ничего, урожай плюс 80%. Удобрение 100%. Нужна известь. И отпустить. Чего? Это исправить. Нужно прикатать. Там может даже камни еще убрать. Тогда еще больше урожая даться. Но это пока все проходит. Сначала мы должны сать на ноги. Опа! А, я не могу покататься. Можешь. Поехали! Во! Я с тобой, если что. Я за тобой, кстати, Рауль. Что в доме по собой играет, ты будешь говорить, когда земля закончится. Тормози! Очень надо вот книгу приехал. Так. Ну чётенько. Ты мои теперь глаза и уши. Я не знаю, чётенько или не чётенько. Подожди, отпустил? Отпустил, да, все чётенько. Видишь, земля отличается, когда я посадил. А, ну да, тут чуть-чуть пропустил, ну ладно. Усадим потом. А, да, все, поехал. Это хорошо. Чётенько. Ну почти, ну как не знаю, чуть-чуть исправить, не страшно. Так, где земля? Она же самушкой под ноги. Ну, чуть назад, вот так. И поворачиваем мышкой и вперед. То есть чисто левая рука работает. Так. Подожди. Я твою собаку слышу. Да, я ему говорю, по какой я обижаюсь. Я говорю, какой я обижаюсь, с ноутбуком.
Так, кофе закончилось у меня, окей. А я могу на крышу? О, да, я могу на крышу. Оп, нормально, нормально идешь, хорошо. Хорош, хорош. Нормально. Тормози. Тормози, да. Так, а я пока что сгоняю за трактором. Так, окей. Так, поехали. Это чётенько, чётенько. Чётенько. Да-да, чётенько, чётенько. Так. Вот, слушай. Пока ты свободный, блядь, прошу, чуть не забудь, чтобы время не терять. Съезди к отказу за газонокосилкой. И принеси сюда. Ага. Спасибо. Он сразу может цепануть и груз. Ой, сзади, ой, вот так, ой. И газонокосилка спереди будет. Ой, ты справишься. Да. Так. Так. Чтобы тебе не скучать. Может, ты скоро закончишь? Окей. Так, теперь надо понять, откуда. Ага. Ага. Кстати. А что мы это самое, пожалуй, я могу сюда припарковаться? Могу. Везде можно. О! А почему мы это самое. Оп. Вот, все, припарковал машину. Во, шикарно. А то это самое. Так. Так, а этот трактор возьму сюда. Во, шикарно. Один трактор я припарковал, а на другом мы поедем. А то что он будет там на поле стоять? Красивенько сделаем. Так. Ведь на тап, правильно? А, ну да, на тап. Все правильно. Ой. Я вообще в правильную сторону. Так, надеюсь, я в правильную сторону еду вообще. А, ну да, я в правильную сторону еду. Окей. Сейчас, значит. Вот для чего будет нужна третья поле, чтобы был чем-то заниматься каждым. Так, значит. Цепаем. Вот это цепаем. Чего? Я что не. А, ладно, я не с той стороны цепанул. Хорошо, допустим-то. Цепа. Ладно, сейчас. Зона поселка должна быть спереди. Я. Спереди машина. Да-да. Спереди, сзади. А сзади он пылесосит траву, собирает сразу. Пылесосит так. Ой. Собирает пылесосит, что там делает. Да-да. Сейчас, ой. Да чтоб тебя. Так. В ту сторону. Ой, назад. Назад. Так. Назад. Ой, да. Почти что. Так. О. Так. О, тут
окей, согласились. Так. Так, о, цепанули. Окей, поехали. Во, цепанули. Окей. Замечательно. Так, все, цепанули, поехали. Так, поехали по встречке. Вообще пофиг. Так, знаете, что у нас тут? Ага. Так не в эту сторону. Так, а... Блин, я надеюсь, правильно сейчас еду. А, ну да, все правильно. Так, дождь закончился, окей. Это уже радует меня. Наконец-то. Очень даже радует. А, вот моя машина. То есть машина, трактор стоит. В гараже. Так. Так, значит, я сейчас в гараж. Оп. Значит, загоняю в гараж. Так. В гараж загоняем. Так, все. Загнал в гараж. Так, эту. Так. А, кстати, надо выключить. Сейчас. Так, поехали. Так. Разворачиваемся. Опа-на, ангар. Какой красивый. Так. О, ё-моё. А где это я? А. Так, а с какой стороны? А. Я понял. Так. Так. Ух ты ж, блин. Все, последний кусочек. Ускоряем время. Так. Ускоряем. Так. Все. Так. Газовую косилку привез? Нет. А, ну и ладно. Главное, чтобы это было. Так. Теперь надо это все отдать. Так. Взять кредит, вот, а потом. Опять ты своим кредитом. Подожди. Если что, нажми тап. О, круто. Ой. Тап. Пошли. Все. Вот. Припарковался. Подожди, тап. Ага, я понял. Так, вернуть. Прощай, зеленый, так.
Ну, подойди сюда. Да-да. У нас будет только минус 666. Да опять ты у сатаны взял кредит! Нет, это старый кредит. Изначальный, который я даже не брал. Так. Так, это растет у нас. Урожай созрел. Ура! Готово. Да? Ага. Это выросло. Культура пишно, трава. Пишно, урожай созрел. Да, нужна известь. Ага, нужно прикатать. Ага. Трава. Это чтобы дополнительно было. Я понял. Дополнительный доход. Все будет работать. Я понял. Сейчас мы соберем траву, тебе все покажу, как это все работает. Давай, давай. И сейчас дождемся, когда солнце станет. Окей, хорошо. Вот, так вот намного лучше. А как это фонарь взял? F? Да, F. Кстати, ты можешь... Ой. Давай, подожди. Ну-ка. Print screen, подожди. Print screen. Блин. Ладно, короче, я сделаю так вот просто. Print screen. Вот. Сейчас я print screen сделаю. Ты можешь тоже, пожалуйста, print screen сделать и мне отправить, пожалуйста. Да, то есть меня print screen, пожалуйста. И это самое, короче, я это диалогу, если что. Все. Спасибо. Я пока не слышал, то, что я фоткал. Да-да, спасибо. Уже день, остановись, пожалуйста. День. Все. Фактически на паузу. Теперь сажусь в тот самый трактор. Ты можешь на тап нажать просто. Ой. Уже сделал, да. Ой. Если что, я, видишь, я его все припарковался. Ой, думаю, это мое. Дёрн, что-то жирновато, слышишь? Ух ты, как разогнался-то. Так, а то созрел вот этот. А вот. Подъедем с самого начала. И стать по кругу можно, не обязательно аккуратным. А смотри, где включается с... сначала опустить газонокосилку. Хорошо, есть. Потом Б. Не развернуто. Развернуть надо? Развернуть. Да? X. X развернуть. Ну да. Потом. Включить. Но это еще не все. Нам тебе надо включить заднюю. На джойстике это делалось просто. А как здесь? X. Нанять, включить, переключить. А вот пульс контроль. Да, не то. Изменить. Вот он. Ну нет, 1-2. А как сзади переключиться? Я знаю, как на джойстике это сделать, а надо обязательно задний включить. Сложить газонокосилка, поднять. Это поднять не то. Выбрать камеру тоже не то. Может и? Может контакт? Нет. Что-то не, по-моему, что-то не дописали, кажется. Сейчас посмотрю настройки управления. Секундочку. Если столько кнопок, если ты бы знал. Транспорт. Посмотрел запустить. Пусть смена. Кстати, можно вот так вот даже print screen сделать. Кстати. Ну-ка. Так, print screen. Вот, я еще print screen создам. Вот, print screen, еще один. Не то. Ты куда? Джойстиком что ли сбегать? Как заднюю включить? Я не знаю, дай мне сесть, может быть.
Давайте разберемся. Надо обязательно. Так, значит, выбрать камеру, выбрать следующий инструмент. Что за инструмент? На Г нажал. Какие? Сложность разгрузить здесь. Выбрать камеру. Какой сигнал изменится? Да. Ладно. Блин, да. Г говоришь, да? Все, спасибо, это что нужно. Смотри дальше. Включить. Так, опустить, вот, опустить. Да, опустил ты сейчас. Опустил, потом включить. Пробуем. Косится? Да, косится, но не собирается. Ага, не собирается, тогда Г, только синее должно быть. Сложиться на косилка. А, вот. Поднять. Разгрузить. Опустили. То. По идее, он должен уже собирать. Ну давай. Есть, тоже надо. Да, все будет собирать. Да, он теперь собирается. Фу, блин, на джойстике было проще. А ну-ка, а я могу туда запрыгнуть. Все, теперь садись и собирай траву. После есть по кругу. Потом вместе поедем, тебе покажу, куда сдавать. Ну собирай! Я что тебе? Я просто хотел заняться бизнесом немножко. А, давай соберем. И вместе тогда поедем, покажу, где корову, ну, где сдавать. И получим свои первые деньги. И, кстати, видишь, ну, зеленую траву, которая на улице? Это тоже можно собирать. Уже 1000 литров собрали. Окей. Рауль собирает траву. Наш первый доход. Да-да. И потом это все надо опять все поднять. А, еще посадить не забыть. Потом напомнишь. Да, вот тут вот, да, посадить. Тут маленький кусочек. Здесь, по-моему, 3 или 2 раза едем. Кстати, поле собирается. Кстати, вот тут вот ты не до конца собрал. Вот тут вот. Тут с краю. Не обязательно аккуратно, но собирать да надо. Уже не обязательно. Это все будет бесконечно расти и без пашки повторной. Без пашки. Я потом возьму кредит, куплю 50 поле и будем заниматься овес. Ты будешь травой заниматься, а я буду овес делать. Я тебе просто все покажу весь процесс. Давай, давай, собирай. Собирай, и собирай. И вместе поедем. Надеюсь, я там не упадешь. А ты залезть можешь опять обратно? Да, я залез. Но меня сейчас выкинет, я понял. Мне просто надо прыгать. Если что, трактор возьмешь, вместе поедем, если падаешь. Я могу, кстати, быстро телепортироваться, если ты выйдешь с машины. А, дочь. А нет, я должен дорогу показать. А, ну да. Ладно, я могу пешком. Я понял. Нет, ты трактор возьмешь. А, чего нафиг? Ты запомнишь. А? Ого! Уже 7000 литров, что-то много. По-моему, будет максимум 7000, а он еще собирает, еще половина поставил. Или я уже позабыл.
Нифига себе. Ну ты даешь, Рауль. Бизнес. Травяной бизнес, а? Ну, да, допустим, кстати, это, кстати, название. Травяной бизнес? Ха-ха-ха! Ядрит колотит, да! Кстати, название. Да, вот эту вот газонку, ой, газонку, ну это вот надо было бы побольше бы взять бы, чтобы это можно было бы за один раз довольно много, это самое, как его. Ладно, да. Чтобы это вот, вот как его, даже... косить. А по-моему, другой метр я смотрел. Да? Может добавили, но... да, другой метр, единственная газонокосилка. Я, конечно, посмотрю. Не, ну деньги хорошие. Зато живенько. Опа. Скорость хорошая. Ой. Не, я не про... Смотри, я не про трактор, я про именно газонокосилку, которая, она маленькая слишком уж. У нас поле гигантское. Да-да-да. И смотри, что я делаю. Видишь, я по кругу катаюсь, чтобы не мучиться. Просто да? С золотами, просто по кругу. Не обязательно четко, главное... Четко-четко. По кругу. Кружим по району, кружим и по району. Окей. Ну, уже 12 тысяч. Что там? Удобрено 50%. Ага. Тебе уже 50% удобрено. Ага. А тут у нас 57. Потом, когда деньги будут побольше, потом удобрения будем покупать, их поливать надо. Да я понимаю. Так, а сколько? Ого! Уже почти что полная. Нифига да, вот, себе. 80%. Нифига себе, ну ты даешь, Рауль. Уже 13 тысяч литров. Неплохо. Травы. Уже 14 тысяч. Сейчас, минутку. А как там было? Так, Рауль. Так. Подожди, где это было? Вот это вот. Цены. Цены. Ячмень, овёс, бобы, яйца, молоко, дерево, трава. Чего? Нету? Почему? Покупка. 45 евро. Где-то 700 будет за машину, сейчас увидим. Иногда бывает 800 бывал какой-то сезон. Даже 900 было. 96% сейчас соберем, осталось чуть-чуть. И поедем. И тогда ты травой займешься. А я буду думать дальше, что делать с этим полем. Но 50 я уже глаз положил. Так 50. Всё. Чуть-чуть осталось. Так 50 и... Сейчас посмотрим. Теперь надо выключить. Так 50... Выключить было. Сейчас, минутку. 50 это у нас 57-й. 52-й. 52-й, 49-й. 49-й тут у нас. А 50-й где тогда? Не понял. А, вот он, 50-й. Это где-то тут рядом 50-й. Подожди, это 50-й, не говоришь, что вот это вот 50-й? Да, что там растет? Чего? Сорго растет. А, вообще не знаю, что. Так, и поднять. Возьму косилку, чтобы не мешало быстрее. Все, садись. Или в трактор садись, второй. Да поехали уже. Ты догонишь? Да. Серьезно? Да, конечно. Куда мы идем? А, мы в ту сторону все идем. Не, ну я не догоню. Да, я довольно быстро бегаю. А, точно. Ну я... Только я не знаю, куда бежать-то. А за мной?
Кто за кем? Эй! Так, сокращай. Точно догонишь? Ядрит колотить. А! Ты знаешь, сколько километров ты бежишь? А ты где? Да я тут. Я, кстати, тормошу. Давай, беги спереди. Я буду тебя подталкивать носом. Гони! А, пошли, а если я? А ты почти рядом? Да не, по, я не почти. Покажется, да, но не... Если у меня я посмотреть, то не рядом. А это не вижу, трава мешает. Трава! Травяной ты торговец. Да-да-да, сейчас. Давай, едь, едь уже. Давай, едь! О, мы уже скоро подъедем. Видишь, вот голубая точка? Да, вижу голубую точку. Это там Эдгар? Вот это здесь. Да-да-да, он принял траву. А, он здесь травой барыжит, ядрит колотить. А, вот, то есть мы барыжим травой, ядрит колотить. Слушай, это мы случайно, это фермер-симулятор или вообще чашки? Все чашки. Вот пункт, где будем сдавать. Давай. Надо подъехать. И... Вот кнопка появилась. Вот деньги идут. А, да, деньги. Ага. Ты просто тупо выкидываешь землю. И букву, да, да, да. И сейчас посмотрим, сколько получим. О, как и думал, 722. То есть еще раз так собрать, будет уже опять тоже 722. И в итоге получится 1400 с копейками. Не, ну... Ну это как бы хорошо для начала-то. Это каждый день, стабильно. Может быть даже третий раз получится, иногда даже три раза бывает. Надо ехать. Едрит колосить газанул он. Я... Надеюсь, ты запомнил? Я быстрее, кстати. Ты 41 километр в час бежишь? Зверюга. Да ты не догонишь меня. А, ты чё ж тебе потерялся? Нуб! Сейчас я буду кредиты брать, а ты травой будешь заниматься. Нормально! Ядрит колотеть! Вот это бизнес у нас! Вот. Ебать! Вот это он дает! Он кредиты берет! Я травой занимаюсь! Ебать! Ебать! Вот это дает! Я барыжу травой, а он кредиты берет! Ебать! Ну это точно какой-то вообще чашки. Я этот самый, как его этот, Вайт, мистер Вайт тогда я. А ты этот, как его, этот. Так, где мы тут начали? Вот, Катя, все, иди сюда. Да, я да. Ухожу из машины. Так. А я сейчас буду думать, может, это поле возьму. Так, канола не годится. Так, чего? Чего? Если что, Г переключать. Все,
Так, разгрузить здесь, развернуть сенокосилку на X, это переключить круиз контроль, выбрать камеру, выбрать следующий инструмент. Ну да, на G все правильно. Включить фуражный прицел. Чего? Все, взял кредит. Отпустить, отпустить вот это вот. Сложить сенокосилку. Сложить? Нет. Разгрузить здесь. Ага, окей. А ну-ка. Так, убить. Я кашу? Чё? Чё, а погоди, я забираюсь? Урожа сразу. А всё равно он там примет, интересно, надо будет собрать. Так, сколько мне денег? Отлично, всё, ой. Подожди, а я... я, конечно. Я это самое, поднять подборщик. Здесь я... ПНП. Выбрать камеру, нет, надо. Выбрать следующий инструмент на Г. Окей, включите на косилку на Б. Включите на косилку. Ой. На В. Так, купить. На В. Купить. Все, опустили на В. Купили. Теперь. Ух ты ж. Только хорошую купим. О. Теперь нам надо. Так, а я вообще кашу и собираю? Жать. Пошли, а я вообще хитрит колотить, молодец я. Чего? И пить. А, what the fuck? Трактор среднего хотя бы. Чего? Большие не получится. На Г. Чего? Сложите на косилку. Нет, разгрузить здесь. Изменить скорость круиз контроля, переключить круиз контроль. Выбрать камеру. Выставить инструмент. Все. На Г. У нас осталось 204 тысячи. Окей. Поднять подборщик. Загрузить здесь. Выбрать камеру. У нас старт есть нормальное все, что я купил. А, он показывает, кстати. Я понял. Вот это. Пустите на косилку. На Б. Вот. Так. Так, на Г. Вот это. Поднять подборщик. Ага. Сейчас. То есть сейчас он должен работать, по идее. Да, если светится все синим, значит все работает. С двух сторон. И сзади, и спереди должно синим гореть. Ну, где наверху маленький рисунок. Да я понял, я разбираюсь тоже. Ух ты ж. Это хорошо. Так, сейчас я посмотрю, кстати. Если я посмотрю здесь. Ага. А чего? А, ну да. Оп. Так. Вот это вот надо подобрать. Ну какая же тяжелая эта машина-то. Сборочная. Так, вот этого тоже надо подобрать. А, кстати, Рауль, ты будешь сажать? Я уже соберу урожай. Там есть урожай? Не, я то я там, уже... где мы... Где я проехал. Да. Главное не забыть, потом напомнишь еще раз. Когда еще раз? Когда соберешься полностью, красивенько, тогда напомни. Ага. Так, не пугайтесь, это я еду на огромной машине.
Так, поехали. Здесь я тут пролезу, а тут решил сократить дорогу. Так, я не знаю, как ты проедешь и куда проедешь. Ну что? Ну что, у меня сейчас очень огромное. Ну, как огромное. О, я вижу. О, я тебя вижу. А ну брысь в мое поле, это мое поле. Я еду на 50-е. А, ну едь куда, ты едь куда хочешь. Хоть в жопу. Главное не твое, да? Да только не в мое, муж в Эдгара. Он любит мальчиков. Ай-яй-яй-яй. Так. Так, пошли, а я вообще собираю что-то? А, ну да, если... У нас халявная. Я купил поле, уже готовим какие-то эти культуры. Так, чего? А, потом тебе покажу следующую точку, где можно сдавать, здесь зерновые. Так, загрузи здесь. На Г. Ой, тьфу ты, на Г. Так, задняя. Будет камеру на С. Ага. Я понял. Ой. Нет, семена не зря купил, они же переключаются на другие семена. Так. Ну так. У тебя все хорошо, все работает? Я не знаю. У тебя трава собирается, где литр справа с экрана, там написано литр сколько собирается. А, ну да, собирается. А, да, собирается. Ой-ой. Хорошо. 32% только я собрал. А мне 40% чего там, я там считаю, что за зерно мы там считали, как оно называется, чем мы там собираем. Я не знаю, что ты собираешь. Я сурго какой-то собираю, но я так полагаю, это зерновое? Наверное, надо просто подсчитать. Но он, по идее, он должен там продать. Он, кстати, близко у нас, эта точка, там, где поезд. Ага. Он там все принимает. Все принимает, кроме травы. Ну логично. Траву надо далеко ездить. И не задавай, почему так далеко на траву. Помаши мне ручкой, я тебя вижу. Да-да. У меня тут кондиционер есть, виртуальный. О, какой ты большой, ядрит колотить. Вот это как, ну... Ядрит колотить, какой ты большой, Рауль. Все правильно, я думаю, что дорогу я забыл. Что-то я не увидел сразу трубу. Давай 74%. Еще доход будет. Так. Это еще при том, что еще не все собрал. Я только половину собрал. У меня вообще ни о чем. А я вообще собираю. Ну да, я собираю.
Так. Так. Есть. Так, переключаюсь на зеленый трактор. Если что, у нас есть зеленый трактор среднего размера. Куплен полностью. Кстати, чем-то похож на большой. Только знак уже не лошадь. А что, не цепляется? А, он еще развернулся. Ничего себе. Вот дает. Ладно, не страшно. Ух ты, 50 километров дает. 53. Пока ты там 53 даешь, я тут вообще... А я хочу, чтобы ты со мной поехал сейчас, сейчас подъеду. Да-да. Я хочу, чтобы ты увидел этот процесс. Кого процесс? Процесс работы. Хочу тебя немножко отвлечь от твоей работы. Понимаешь, я уже почти что завершил, Рауль. Почти что, но не совсем. Бросай дело. У нас время стоит фактически на паузе, так что никуда ничего не пропадет. Подходи ко мне. Так, ладно. Ой, надо сначала, знаешь, что сделать? Вот такой. Вот выключи что-то топливо. Я иду. Так, открыть крышу N. Отлично. А, я понял. Я знаю, что ты сейчас будешь выгружать. Да. Я понял. И это еще не все. Я хочу поехать, чтобы ты поехал со мной. На АО. Правильно? Спасибо. Да. Ближе. Стой. Я знаю, блин, я тебе говорю, что ближе. Ты все правильно говоришь. Повторяюсь, действие есть. И чё? Потом поедешь опять со мной. Включить отдельный салон. Ничего не делай. Так, камеру включить, комбайн. Трубу включить отдельно. Опустить жатка. Камеру. Жатки — это то, что собирает. Ну вот, начинает раз. И, кстати, можно типа одновременно ехать как-то, типа ты едешь, собираешь зерно и как-то трейлера вид. Все, теперь выключай машину, трубу сложи, пожалуйста. На опуху, по-моему, было. Да. И я хочу, чтобы ты со мной побежал. А зачем? Ведь... А залезь, да, попробуй залезть. Не, зачем? А я пойду к тебе. Ой. Зачем я с тобой пойду, а? Скажи, пожалуйста. Точку показать и продавать. Зачем мне это? Я ведь травой со мной занимаюсь только. А, ну ладно. Просто хотел, чтобы ты просто на будущее знал. Тогда я поехал. Да едь куда хочешь ты. Не, это самое... Просто это относительно близко. Это где 70-е поле, вот там рядом. Ага. Надеюсь, он принят. Нестандарт. А
что я не знаю, что это за вообще каша какая-то, что ли? Кохо. Что из себя представляет Кохо? Я не знаю, но да. Я там ведь знаю, описание но... есть. Там ведь описание есть, это самое. Должно быть в этом самом. Да, принимает. Сейчас посмотрим, сколько денег даст. Может быть, выгоднее это самое его засеивать. Я даже не знаю. Он вес самый дорогой. Чего? 3000? Ну... Ну, скажи, ловил побольше. Тоже неплохо. Неплохо, неплохо. Но ловил дороже, там 3000 чаще дает. Плюс овес он быстрее растет. То, что мне нравится. А я чё? Может, знаешь, для чего какого дома? Скорее всего, для скота, может быть. Я как-то... Молодец! Красавчик я! Что случилось? Красавчик, катаюсь в шоу! Не дает колотить! Молодец я! Да, Рауль. Знаешь, что я делаю? Я просто тупо катаюсь. И думаю, что я собираю. А, ты просто тут впустую, да, ездил? Я просто проехался. Я смотрю, что 82%, 82%. Чего нафиг? Я уже два раза проехался, а там 82%. Ах, забыл включить даже. Ой, Рауль. Так, ковбоин. И поехали дальше. Я не думал, что сегодня что-то буду собирать на этом поле. Я думаю, сейчас с нуля будем собирать, спакивать, и оказывается, все готовенько. Но только единственное, то, что я буду овес сажать, а не это. Надо было здесь его не спахивать, а надо было, наверное, собирать сразу же, можно было, и продать можно было. Да, да, можно было, да. Да, уже поздно. А что там? Ну, поздно, да, но не страшно. Главное, чтобы система работала. Система, да. Стабильности системы. Ух ты ж, ёпта, подвисла. Да, у меня тоже. Скорее всего, сохранение. Интересно, он подбирает то, нет, что уже... Нет, то, что я... То, что... Сейчас. Ага. Вот там, где зеленая валяется кучка, это тоже можно собрать. Ну, то типа постриженная. Да-да. Потом я куплю еще пруд, еще один. И мы будем вдвоем обрабатывать это большое поле. Я один замучаюсь, а тебе скучно будет. Так что я куплю еще. А, что там у меня? У меня 90%. Культиватор. Ой, культиватор называется. Ага, у меня 90%, окей. У меня... У нас два трактора, красный, 5. Хотя мы можем еще и купить зеленый, средний, нормальный трактор. И два красных продать. А, ну да, мы можем, потому что вот на этих вот кататься, точно. Это очень прямо печально. Вот на этом. Тем более, эти зеленые, они быстро едут, они мощные. Я так и сделаю. Но потом. Сначала проверю, может ли зеленый взять это, все это. Газонокосилку? А, ну да. Для начала. А потом, если все получится, я тогда продам. Может, деньги есть? 200 тысяч евро. Просто посмотрим, как после сутки... Сколько у нас возьмут за кредит?
И сколько мы заработали, окупается ли все это? Ну, я не знаю, насколько окупается или не окупается. У нас тут это... Так. О, подбираем. Ну, вроде бы все, Рауль, кстати. Все собрал, а вы посмотри, еще есть, еще можно где-то собрать. И знаешь, где еще можно траву собирать? Там, где вот за полем вот эта зеленая явка, она тоже собирается. Ой, пожалуйста, это тут можно проехаться. О, у меня 100%. Отвози. Ну тогда все, Рауль, это самое. Желаю тебе дорог, хорошей дороги. Да, спасибо тебе. Так, включись. Че, сажись на X. Все, я поехал. Потому что... Поехали. Стопроцентная у меня этот самый, как его. Ну, поехал траву продавать. Вот же счастливый человек. Да, счастливый он. Так. Пожалуй, я... Карта. Ну, сколько? Ой. Я уже туда, не туда поехал. А, чего? О. Карта сейчас. Молочная ферма. Пошли на молочную ферму, правильно ведь надо? Нет. Да, да. Да, сейчас посмотрю. Да, где коровка? Перекупщик животных. Чего? Это где между 10 и 25 полем. 25-я. Перекупщик 10-е. Животных. А, все, вижу. Все, я понял. А где я? А я где? Ух ты ж, блин. Ага. Ёпперас, это не в ту сторону вообще. Ё-моё. О, ничего себе, сколько земли. Если так ты 4 раза съезжу, сколько же денег мы получим. Понятно, не в ту сторону поехал. Молодец я. Я сейчас чувствую, как его этим. Звездных войн. Да, тут, ладно. Потому что тут такие, знаешь, у меня это. Это самое, как его называется, вот та. Сейчас. Так, я вообще сейчас туда еду. Ну да. Сейчас туда. Короче, знаешь, вот это вот спереди газонокосилка так складывается. Ну. А, да. А, точно. Так. Так. Так, 50 минут назад. Так, сейчас подожди. Я посмотрю, кстати. Что там у нас? Дискорд. А ну-ка. В Дискорде. Так. Так, Рауль играет в Farming Simulator. Интересно. Так.
Очень интересно, Рауль Фирминг симулятор играет. Ну, допустим-то. Да. Так, ладно, в YouTube зайду. Что? А в YouTube что у нас? А, в YouTube два комментария, или кто это? Пользователь добавил комментарии. А ну-ка, кого там забавить надо? Чего? Будто посмотрел обзор мода на Майнкрафт в альфа-версии. Серьезно? Понятно. Ну, еще 2000. Так, окей, я понял. Что-то у нас время слишком большое, ты на это такой не рассчитывал, честно говоря. Так. Ну да, на мод похоже, кстати. Ну ладно. Так, что там? Да, я правильно еду. Все правильно. Сейчас ты еще сдашь 700. Не, ну я не сдам. Тебя оставишь, да? Да, я... Чего? Блин, а я не туда поехал. Я понял, через мост надо было. Через мост и прямо ехать. Так. Ёпарасоте. Так, карта. Ой, это... Я вообще тут? Ага. Пожалуйста, разгрузка в другом месте, правильно? Разгрузка в этой стороне есть. Угу. А! Вот она, разгрузка. Пойду посажу, пока траву, пока поместится. Да, посади траву. Правильно. Что там было? Опустить так. Начать выгрузку. На И. Начать выгрузку. О. Отлично, замажем, как говорится. Так, плюс 700. Да, что-то у нас очень хорошо все пошло. Ну да, плюс 700, ну да. Ну так и есть. Очень хорошо. А так и должно быть 700, правильно? Да. Иногда бывает и больше 800. А, ну тогда... Так, сколько экономически как пойдет. Ну да, я понял. Ну тогда 7, даже 7, 14. 1400. Да. Все, замазал. Ну да, получается 1400, заработай просто на траве. Да, которого не надо ни ухаживать, ничего. Она сама растет, сама обновляется. Ну правда, бензин придется это самое. Ничего. Опустить. Пускай стоит. Так, а что у нас? За собой. А. Так, просто я вообще... А где я? А! Вот я где. Все, я понял, где я. А то я могу так разогнаться.
А, ну да, исчез направо. Или не сейчас направо. Может быть, вот, вот в данный момент направо повернуть. Так, здравствуйте. Так. Ой. Выключили все. Так. Так. Значит, я это самое припарковался, Рауль. Ой. А он не слышал меня, я забыл. Я припарковался. Паштет, 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 паштет. Я тут, тут, тут. А, Рауль тут. Окей, я проверяю так. Опа, погреб есть тут даже. Нифига себе. Ого. Опа, чего? Выбросить. Теперь возьми красную машинку и надо спахать уже 50-е поле. 50-е поле? 50-е поле. 50-е поле. Красную машинку. Я понял. Опа. Мне культиватор уже положил. Окей, так, 50-е поле, поехали. Так, значит. Я думаю, даже надо поменять сейчас подъезд. К тебе, а! Окей, поехали. 50-е. А почему я так медленно еду? А, ну да. Я тебе дам зеленый трактор нормальный. Чтобы ты не мучился. Так, а где? А, ты около. Ну, мне надо замену. Ты около 50-го, да, сейчас? Ага. 50-е. Ой. Подвисает все. Окей. Так, ну я поехал. Подъезжай к зеленому трактору. Мы тебя поменяем. Машинку. Ага. А, к зеленому, окей, поехали. Удовольствие там. Так. Мне красной хватит, чтобы подвести. Тебе мощность нужна. Да, мне вот именно мощность нужна. Ой. Чтобы. Все, отсоединяй. Так, отсоединяй. Вентилятор. Да, я понял. Так. Все. Рассоединился. И подъедь прицепу. А, я понял. Я понял. К прицепу подключиться, да? Сейчас, окей, сейчас. Да. Что мне надо зерно отвозить. Ну спасибо. Так прицелился. Молодец я. Ты ёпара сата. Все, выходи. Я сам сделал. Ты замучаешься. У тебя не получится. Видишь, потому что вот смотри, где красная. Можешь же спахать поле. А именно что пахать? А, вот это желтый сухий лист, траву. А. Вот это я собрал. Вот это не собрал. Так, а что там надо было пустить культиватор на В? Окей. Ух ты, ёпты. Так, культиватор. Так, ладно. Культивейшн.
Видишь, как это самый Эдгар, это самое... Видишь, он это сам до сих пор еще. Вы как вот, да, мощностей? Ну да. Конечно, не как большой, но все же теперь это наш. Да, немножко лучше. Я уже буду собирать не по кругу, а туда-сюда как ты, чтобы было все четенько. Четенько. Да-да, четенько, четенько. Ай, дяденька. Так. А, так, опускаем. Становимся аккуратно. Вот. Ну да. Могу теперь ехать спокойно. О, шикарно. Так. Если что, в этом игре музыка тоже есть. Так. Ой, ё-моё. Так. Красиво. Идем. Так, а что там? А. Вот на эту. И сейчас бы третий был. И сейчас бы сейчас бы семена бы сажал бы. Так. На идея. Да, разворачивайся. Конечно. Так. Так, назад. Так, опустить. Да, поехали. О, шикарно идем. Что случилось, Рауль? Все-таки я решился купить еще один карт. А те старые ты про... Ты ведь старые не продал. Нет. Их в любой момент можно продать. Но она вот того стоит. Так, дальше теперь переключаемся. Где тут новенький? Вот он новенький. Относительно.
Так, поднимаем, разворачиваемся. Так, разворачиваемся. Во, опускаем. И поехали в обратную сторону. Так, в обратную сторону поехали. Так, я опустил ведь? А, ну да, я опустил, все окей. Ну, мы можем еще захватить этот кусочек. Так, пшеницы нет, не включаем. Пшеница вот. Ты бы лучше мне бы купил бы это самое, вспашку побольше бы. И трактор бы получше бы. Так вот, требовательный. Я просто придумал, это немножко оправдает. Да я буду полгода тебе это вспахивать, этой машинкой маленькой. Так, В. Поднять. Пошли, я поднял? А, блин. Алло. А, все, я поднял. Тьфу ты. В. Опустить. Поехали. Чего? Ну ладно. Так. Ай, блин. У тебя появился помощник. Какой помощник появился? Искусственный интеллект. Не поедет. Не, мне искусственный интеллект нафиг нужен. А он будет сажать. А, ну да, искусственный интеллект, кстати, он довольно хорошо, наверное, сажает. Чётенько. Но зато дорого берет он. Нет. Учитывая, сколько мы уже заработали. Я тебе говорю, что лучше купи мне трактор нормальный и этот самый, чтоб я мог это... Тебе не трактор нужно, а получше сиян в этот... Нету доступа к этому участку. Какой нету доступа к участку? Ты чё? Совсем уже? Так, с какой стороны по бабу вылезать? Не посмотрел. Так. Ага, да и видишь, я полгода буду кататься туда-сюда, вот на этой маленькой. Смотри, как, ты какой участок выбрал? Большой. На большие перспективы. Да. Короче, ладно. Так, выключить. Так, минутку, где это было? Транспорт. Транспорт. Так, окей. Как это было? Q отцепить, да? Отцепить. Так. Так, транспорт. А, я не могу, наверное, я не могу продавать, правильно? Так, транспорт. А, ну да, я не могу продавать. Я понял. Красный останется. Ты пока ничего не продавай. Да я не могу, вот именно тебе... прикол в том, что я не могу именно продавать. Мы купим тебе получше этот культиватор. Вот прикол в том, что я вот именно, что я не могу продавать. Ой, так, окей, погнали. Что там было? Вы опустить, окейшки. Потому что если купить еще больше культиватор, то ему надо будет еще больше мощности.
как? Так, разворачиваемся. Есть, рит колотить, искусственный интеллект тут это самое дает. Так. Пошли, а если я искусственному интеллекту А если я искусственному интеллекту буду мешать? Он тоже просто перестанет работать. О, мигает он! Лошара! Что ты там мигаешь? Я тебе помигаю! Мигалы все сломаю! Так. Так, а что там было в кусте комбайна? На Б. На Б. Нифига себе. Собирает, где мы собираем. По линии. Я видел, ты врезался сейчас. Да, я специально, чтобы быстрее. Да-да. Специально он. Чего?
А, я собрал. И, кстати, у меня игра подвисает, Рауль. Да, я тоже. Так, значит, сейчас я... Так. Блин! Чего? А? О, включить комбайн. Окей. Да ёб просто. Хватит звонить мне все. Так. А, чего? 100%? Да, бро, возьми. А точнее, загрузи и туда. Дальше. Ой-ой! Ой-ё! Блин. Так, пожалуй, а насколько он выдвигается, интересно?
Выставить трубу на... О! Не говори, что я мимо. Чего? Он мимо никак не может быть здесь. Он автоматически включается, когда мимо. Ой. Ну я подъехал, блин, да ё-моё, я... Так, я выгрузился. Давай, дальше. Подожди, это кто там едет? Вот в той стороне. Искусственный интеллект. Серьезно, он так едет нормально, кстати. Как там было? Искусственный, да, интеллект нет. Вот здесь начинай. А, что там где было? Подожди, Б комбайн. Ну да, на Б. Едет колотить, он уже догоняет нас. Искусственный интеллект. Слушай, и он разворачивается нормально, кстати. А, я понял. Едет колотить. Ну, стрелу.
искусственный интеллект, а? Пожалуйста, я... А! Я понял. Все окей. Это ты за мной тут едешь? Ага. Вот эту солому, и там еще сзади то, что еще осталось. 52%, нифига себе. Так. Разворачиваемся. Ну, ты видишь, что я все. Фактически, да. Ой. О. Так. Ага. Вот. Надеюсь, влезет это все. Чего? Отвозить там, где 70-е поле, кроме где зерно юг называется. Давай ты тогда. Садись. Так.
Да ёпрста, куда ты едешь, придурок? Ебучий искусственный интеллект. Ёбаный в рот, ты куда едешь, ты скотина? Ты ёба! Мразь! Ещё подрезает меня тварь эта. Окей, поехали. Тербо выключил? Кого? Искусственный интеллект. Нет. У меня вообще нету Сейчас доступа проверю. К искусственному интеллекту. Сейчас посмотрю. Он меня вообще толкает, эта скотина. А, спасибо. А, почему с... С этой стороны ты пашешь. Потому что с той стороны придурок этот мешает мне. Надо было желательно здесь, ну ладно. Я понимаю тебе, что желательно. А желательно нахер не хочешь пойти? Извините, пожалуйста. Вот. Потому что я понимаю, что с той стороны надо. Не обижайся, Рауль. Но реально, мне то есть... С той стороны мешает интеллект искусственный. Он меня это самое. Я ехал. И он прямо в меня это самое. Так сказать, искусственный, да, но не интеллект, точно. А я буду так вот... Ой. Блин, я не так хочу делать, ну ладно. Ну, тогда я за него. Начни с этой стороны. Просто эти столбы стоят. Ё-моё, у меня подвисает. Да, есть такое. Thank you.
Фу-фу-фу-фу-фу. Да ёпарасы, это опять искусственный интеллект. Начать концентрироваться мне, это самое рабочее. А, ну да, я пропустил пошу. Понятно. Понятно. А я там... Блин. Да, пропустил сзади. Знакомый сдох. Сейчас я намажу тебе паштет. И съем. Да-да, но если что, иглу ты выбирал. Я знаю, что я выбирал. Не, ну, я не знаю, что так будет все лагать. Ага, да не, у меня сейчас нормально идет. Это потому что я к себе подключаюсь. А-а-а. Если бы ты ко мне был, у тебя то же самое было бы. Наверное, я не знаю. Потому что сейчас, наверное, у тебя это самое, как его, оперативная память очень сильно нагружена, наверное, прямо. Скорее всего, да. Потому что на ноутбуке игра, а это довольно же требовательно. А кстати, насчет нагруженности, подожди. Кстати, сейчас, минутку. Ага, понятно. Короче, Рауль. Да. Я сейчас не понимаю,
Но прикол в том, что эта игра мне лично сейчас нагружает на 90%, примерно 80-90% ГПУ. Ну еще плюс у меня запись. Ну да, даже игра довольно такая красивая, требовательная. Как за семена не поехал, пока там доделай. А где семена? А вот эти. Легко тебе говорить, доделай. Все, заполнил. Это довез 3 месяца, то есть по-нашему 3 дня. А, понятно. Так, Рауль, так, значит, сейчас, минутку. А где звук тогда? Чем-то я не слышу.
специально выключил микрофон, чтобы не зависало.
паштет! Ой, привет. Напугал Рауля. Да. Ага. Вот слушай, там не обязательно собирать все зеленое, потому что она потом оставляется, да? Как бы главное траву состричь до конца. Ага. А вот это зеленое собирать не обязательно, она соберется потом на следующий раз можно собрать. Главное траву до конца. Так, вот здесь все чистенько. Так, чего? Не дрит колотить. Какая умная. Ага! Вот умный Эдгар, Рауль. Искусственный интеллект. О, еще потом баба. Вот это не знаю, пускай он доделает эти семена. А я все вручную. Молодец. А, ух ты, зато он жрет довольно много. Да, денег много берет. Искусственный интеллект. Надо выключаем. Выключаем, переходим возле накосилку сложить. Так, а сколько я уже записываю? А, уже, так, 2:30 примерно. Так, а сколько времени сейчас? Ага, сейчас. Сейчас 16 уже. Сколько осталось? Заработная плата 102 евро. Едет колотить. Ой, надо работу ускорить. Все, по идее, сейчас должен остановиться. Ага. Все, сажаюсь. Ну все, тебе это 3D готовить. Так. Ну, пойдем посмотрим на нашу травку. Ой, как красиво выглядит. Ой, теперь ничего не вижу, теперь вижу. О, и дождик тоже. Посмотрим, сколько кредитов из них. О, будет окупаться или нет? Хе-хе. У нас растет. А, тебе это сейчас будет расти по новой. Так это растет. Или где? Это мы сегодня, да. То там замазали. Так. Я посмотрю, как тут. Ага. В наших глазах вырастет. Так это растет. Еще. Одна минута осталась. Типа. Сейчас наблюдаем. И что? Так сколько? 3000. У-у-у. Подожди, аренда? Это выросла. Почему аренда? Чего? 1666. Кстати, кредит. Странно, да. Но за кредиты 1666. Не так уж много. Но намного больше. О, чего нафиг? А, ты куда? Я сейчас. Не туда. Сейчас подойду. What the f... Магия. Ночь, всякая творится. Так у нас замазалось, нас посмотреть. Как у нас тут... По-моему, тут угол был. Да, вроде ничего. Ну да. Чего? Ну, тоже можно собирать. Известь. Посмотрим, как овес растет.
Вау. Да, растет. Это затормаживало время. Ага, это растет тоже. Чего, что, ноябрь уже? Ядрит колотить, уже ноябрь. Все, может, траву собирать. Я посмотрю, почему аренда есть. Так. Платить. Что у нас по традиции? А что у нас там? Так. Так, мы вчера какого месяца? Так. Короче, доход, ты не поверишь. 11 тысяч евро. Кредит. А кредит 1666. Это вполне нормально. Баланс. Так. На аренду техники. Минус 666. Минус 666. Ядрит колотить. Сатанинская. 1666. Ева. В следующем месяце 200. 666. А, я их не купил, а в аренду взял. Вот в чем дело. А, вот почему их. Уплатить. Пожалуйста, я могу уплатить. Нет. Не-не-не, не надо оплачивать. Пробел взять кредит. А я не могу взять кредит. Серьезно, я не могу взять стопнул. Кредит? Я случайно в аренду взял. Не купил, а в аренду взял. А я думаю, чё, почему мне так хватило? В принципе, смотри. Пожди. Если так посчитать, вполне хватает. Баланс 167. Я скажу, сколько... А-а-а-а, продать технику. Ага. А, я не могу ничего делать. А, ну да, у меня нету. Доступа нет. Сейчас скажу. Пожаловаться, заблокировать. Громкость. А, ну да, у тебя все галочки стоят, я понял. У тебя тут все галочки стоят. А у меня тут нету. Я понял, я не могу ни покупать, ни продавать технику, ничего я не могу. Короче, мы с тобой заработали, если учесть, сколько в месяц у нас расход на аренду, на технику и кредит. Мы где-то 11 тысяч. А минус отнять все эти аренды и кредиты, то получается мы 7 тысяч в плюсе. 7 тысяч в плюсе. Такого никогда не было. Так что иди собирай траву. Ну ты даешь, а? Иди... 7 тысяч. Ты... Это со всеми так, расходами. Заглушить. Это не то. Надо глушить. Так, это что это у нас? Это спахать. Это не то. А, вот она. Поехали. Поехали. Включить сенокосилку. Окей, сенокосилка, а чего? Развернуть сенокосилку. Икс, Б. Выбить камеру. Так, на Г. А что мне надо было косить? Да, покажу. Почему пройти не могу? Запай. Поехали. Ой. Блин, я что кошу сейчас? А, я все, я понял, то косить надо. Так, вот это надо косить, все. Вот даже плюс увеличивается из-за дождя. Давай забирай. Давай, даю, красота. Даю. Чего?
А я вообще что-то собираю? А... What the fuck? А... Почему? А, ты забыл включить заднее. А... Вот это... Так... Гэппи, включаешь? Подожди, он опустился? Нет. Так, уже? А, вот, опустилось сейчас. Наверное. Да. Взят, тебе сработало. Бля, как честно. Мы не можем вместе ехать. Это обидно. Да ёпа. Не дает. Это... Как пассажир. Это было бы очень удобно. Нет. Это было бы ходить или составить. Если так попробовать. Нет, тоже не дает. Блин. У меня тут какой-то душачок прыгает под колеса. Ты уже куда пошел, не туда поехал. А, в детстве собирать. Так. Видишь, как у меня все рассчитано, трава выросла. И каждый день у тебя трава есть. Да, жить там мало останется мне. А, давай тогда закончим. Давай. И в следующий раз еще продолжим, если, конечно, захочешь. А, окей. Я уже сохранил. А, хорошо. Все. Давай, счастливо. А, давай, пока. О. Ну ладно. Окей.